Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Ракурс». И сегодня в нашей рубрике «Встреча для вас» мы, как всегда, встречаемся с интересными людьми, которым есть что сказать, а у нас, конечно же, есть что у них спросить. И сегодня у нас в гостях человек творческий, мнение которого всегда важно. Это главный режиссер общедоступного театра Мухадина Нагоева, актер театра и кино Роман Крюков. Итак, внимание на экран. Если бы вы знали, как удивительно быть умным. Не знаю. Надо бы попробовать. Всем раз. Я вас обещайте мне одну вещь. Обещаю, я вам клянусь в этом трансплант. Прежде чем назвать того, не было дураком, подумайте об этом важно. Клянусь, Франсуа. Алло, мадам Рошан, сейчас я его вам передам. А? Ага, нет, я уже не в телефон, а в автомате. Я... Здравствуйте, Роман. Спасибо, что нашли время и пришли на нашу программу. И мне бы хотелось у вас спросить, за что вы любите театр? Театр? За то, что это театр, во-первых. Да? То есть, что такое театр? Да? Как говорил Вильям Шекспир, весь мир театр, а люди в нем актер. Так? Ну, то есть, человек с детства играет. То есть сначала играет в какие-то там детские игры, потом играет во взрослые игры. Ну, в принципе, каждый из нас в этой жизни носит какую-то маску. А в театре это такая как бы площадка игры, где можно проиграть не одну жизнь, а несколько жизней. И причем как бы по много раз. Да? То есть вот, наверное, за это. Плюс еще театр – это такая живая субстанция, где актер и зритель, да, это вот они создают нечто третье. То есть происходит вот это вот чудо театра. А вы часто играете в жизни? А нет, в жизни я стараюсь не играть. Почему? Потому что в театре, в кино и так далее, ну, наиграться можно вот так вот. Поэтому в жизни стараюсь быть самим собой. А как по-вашему, для чего люди приходят в театр? Я думаю, что люди приходят в театр для того, чтобы пережить некие эмоции. Ведь многие люди приходят, ну вот у нас в общедоступном театре Мухадина Нагоева идут спектакли. И есть люди, которые ходят на одни и те же спектакли по много раз. Спрашивается, для чего? Чтобы пережить какие-то эмоции, то, что незнакомые, чтобы пережить катарсис. Ну, то есть сопереживание герою, да, которое вызывает... что такое катарсис? Катарсис – это очищение. Ну, то есть, как бы, переживая, да, наивысшее, да, то есть, когда человек плачет, да, он очищается. Потому что театр зачастую вытаскивает не самые лучшие стороны человеческой натуры. Театр вытаскивает, что называется, человека наизнанку. Вот зрителя, он как бы раскрывает полностью театр. То есть зрителю либо нравится этот спектакль, да, и он его смотрит с удовольствием, он сопереживает герою, он хочет быть таким хорошим, как герой. А если герой отрицательный, да, то зритель видит в себе вот эти вот плохие качества, ведь в каждом человеке, да, есть плохое и хорошее, нет идеальных людей. Значит, театр несет нравственное воспитание души. Театр должен заниматься... как сказать, очищением, я бы сказал очищением. Почему? Потому что люди приходят и, ну вот, есть люди, которые, допустим, не выдерживают каких-то психологических спектаклей, они уходят. Почему? Потому что они не хотят
этого видеть. Они не хотят заглянуть в самих себя. Поэтому, ну, как бы, вот такая, как бы, история. Мне важно, очень важно, чтобы зрителю либо нравился спектакль, либо не нравился. Очень важно, чтобы не было равнодушных зрителей. Для театра это страшно. Почему? Потому что когда зритель выходит и как бы у него абсолютно ничего не остается после спектакля, он ни над чем не задумался, у него не возникло какого-то желания, да, либо переменить свою жизнь. Почему? Потому что он увидел там отрицательного героя, и он не хочет быть таким. То есть, как бы, значит, он меняет что-то в своей жизни, как бы. Либо он увидел что-то хорошее, ему захотелось потянуть к чему-то хорошему, прекрасному. Там он вышел на улицу, там спектакль про любовь, он увидел девушку, тут же как бы подошел к ней, объяснился, там: девушка, вы мне нравитесь. И у него вдруг бах, и после спектакля, да, это вот чудо. Расскажите, Роман, когда вы впервые познакомились с театром, и было ли это потрясение для вас? В школе, как водится, всех водят в театр. И я вот помню, нас повели в Русский драматический театр имени Горького, и я до сих пор помню, такой был спектакль «Точки зрения». Потом «Трехгрошовая опера». Было некое потрясение, некий такой как бы уход от реальности. Театр, так же как кино, это уход от реальности. То есть вот привели в театр, да, и бах, и ты оказался где-то. А в роду у вас есть актеры или люди, связанные с каким-либо другим видом искусства? В роду вроде не было. Художники были, сварщики были, инженеры были. Дедушка у меня учитель русского языка и литературы. Вот, наверное, оттуда. Почему? Потому что как бы дедушка очень много читал. Я вот помню по детству, и как бы, ну, тоже давал задание там прочитать что-то, вот, и даже, даже занимался со мной русским языком когда-то. Я перед поступлением в Нальчикский политехнический техникум, надо было сдавать экзамены, я вот с дедушкой занимался. Я вот помню, что я диктанты раньше писал исключительно. А когда вы решили, что уже все, пора, я хочу в эту профессию? Ну, я хотел не только в эту профессию. После 8 класса я хотел, у меня было такие два больших желания, то есть либо в мореходку, либо в театральное училище. Вот, мореходка была в городе Находка, вот, театральное училище ближайшее было в городе Ростов. На Дону. Вот. Ну, как бы родители были против и того, и другого. Нет, против того, чтобы я уезжал из дома. Почему? Потому что, ну, скажем так, у меня было не очень хорошее поведение дома, да. Ну, то есть, как бы, вот поэтому я поступил в Нальчикский политехнический техникум, закончив который, проработал на заводе СКЭП наладчиком радиоэлектронной аппаратуры почти там 3,5 года. Вот. Потом, когда Советский Союз развалился, получилось, что я как бы вот пришел в театр «Коврик». Я говорю, вот я песни написал, можно спеть. Мне просто интересно, как бы, ваше мнение. Вот, и я спел, меня спросили, это ваши песни, я сказал, да. В общем, меня взяли в «Коврик» тогда. Вот, это человек, вот Казбек Каспулатович Зутагов, светлая ему память, это тот человек, который, ну, как бы, увидел во мне что-то, нечто, да. Как бы, да, пришел человек с улицы, и вот он как бы, вот он что-то во мне увидел. И вот благодаря ему, благодаря тем людям, которые тогда работали в театре «Коврик»,
Вот благодаря им я вот этой вот профессией и занимаюсь. Я получил актерское и режиссерское образование. Актерское образование я получил благодаря Казбеку Газбулатовичу Дзутагову. Наш курс взял Борис Хаджимусаевич Кулиев. И вот Борис Хаджимусаевич Кулиев разложил как бы профессию по косточкам. Это один из лучших теоретиков, я считаю, театрального искусства. Вот он разложил как бы все по косточкам. Потом он набирал режиссерский курс, я поступил на режиссерский курс. Я заканчивал уже у Султана Азретовича Тиуважева. Как изменилось ваше представление после того, как вы уже профессионально стали овладевать профессией? Я сказал, что Борис Хаджимусаевич Кулиев, вот до того, как вот эта вот вся теория свалилась как бы на меня, да, я представлял, что театр – это некое чудо. Борис Хаджимусаевич, он учился у Анатолия Васильевича Эфроса. И поэтому вот те вещи, которые как бы он рассказывал, и которые его вот ощущение театра, да, что актер, да, одна из его любимых фраз и выражений, которые я запомнил, актер может сыграть хорошо, может сыграть плохо, да, но он должен сыграть правильно. Профессия раскладывается на некие составные части, на некие кубики. И настоящие снежинки отличаются от этой тем, что в них много воды. Это почти снег. Когда-нибудь ее сменить? Не было. Я вот все время я занимаюсь профессией. Ну, правда, она как бы многогранна, да, то есть актер, режиссер. Я пишу сценарии, я пишу, да, ну, что тоже развивает фантазию, да, я занимаюсь фокусами. Фокусы и режиссура – это тоже очень близкие два вида искусства. Почему? Потому что очень просто. Что такое фокус? Задача фокусника – направить внимание зрителя, да, отвлечь зрителя от чего-то. Задача режиссера – та же самая. Да, сидит зал, нужно направить внимание зрителя на определенные вещи. Поэтому эти профессии, они перетекают из одного в другое. Скажите, Роман, а вот ваши первые роли тогда и сейчас, может быть, вы сейчас что-то сыграли по-другому? Расскажите, что изменилось? А я не знаю, как бы я их сыграл. Коврики в Русском драматическом театре, в институте то, что как бы сыграл. Я всем этим очень доволен. Что-то, да, хочется как бы переиграть. Если получится, возможно, и переиграю. А так вообще, ну, как бы, вот многие пьесы, допустим, «Стулья», да, и «Жена Ионеско», я еще хотел поставить в институте, да, вот сейчас, как бы, выпало несколько лет назад возможность, да, в театре мы поставили этот спектакль. Воплотилось, в общем. Ваша давнишняя юношеская мечта. Легенду о пианисте, я ее тоже хотел сыграть несколько лет назад. Не сыграть, я ее хотел поставить. Когда я был в Москве, мне пришла, ну, как бы идея спектакля. Я очень хотел поставить этот спектакль. Ну, там что-то не сошлось. И потом, спустя вот какое-то время, я его поставил, и я его сам сыграл. Хотя тогда я, ну, как бы не планировал играть. Первая роль в театре «Коврик» – это Казбек Каспалатович Зутагов. Он ставил такой спектакль «Фарс». «Цианистый калий с молоком или без».
Я там играл сексуально озабоченную старушку 70-летнюю, Донью Сакору, на высоченных каблуках, там, ну, практически клоунада. Вот. Мне вообще, ну вот как бы в то время нравилась больше такая, как бы, в сторону юмора, в сторону эксцентрики. Я даже Володя Тивожуков у нас ставил спектакль «Оркестр», и после этого я заразился клоунадой. Вот молодой состав «Баттерфляя», который там с 98 по 2002 год мы просуществовали, это вот благодаря Володе, он сказал: найди ребят, да, я нашел ребят, и вот мы как бы сделали спектакли, сделали номера и играли, даже ездили в Краснодар, там заняли первое место на фестивале «Южный конвейер», то есть я выступал в цирке, да, то есть клоун в цирке, это тоже как бы, это тоже как бы некий, как бы, это совершенно другая как бы атмосфера. Мы ездили в Москву на фестивале, поэтому, ну, как бы, это тоже своеобразный опыт. Вот, кстати, работая в «Баттерфляе», да, какое-то время, я 7 месяцев работал, вот у нас есть этот магазин «Оазис», то есть я учился на двух факультетах, работал в двух театрах, и я работал еще клоуном в магазине «Оазис», по-моему, 4 часа каждый день, я работал Раус-клоуном, это, ну, я не знаю, сейчас... Я вижу немного ребят, которые работают Раус. Ну, то есть, как бы, это вот напрямую, как бы, общение с публикой, без какой-то подготовки. Ну, то есть, это импровизация и все. Обычно сейчас одеваются этими куклами там и так далее, и там нету общения. Там ты закрыт, а здесь как бы напрямую и так далее. И вот там тоже своеобразный опыт. Как складываются ваши отношения с кино? Мои отношения с кино складывались с 2002 по 2010 год. После 2010 года я, по-моему, снялся в двух или трех проектах. А так у меня около 40 проектов, где как бы это сериалы, это кино, и как бы, ну, одни из таких значимых — это «Человек войны», это «Ликвидация», это «Любовь и страхи Марии», это сериал «Вызов», это «Полный метр живой». Ну, как бы, у меня достаточно, очень большое количество работ в кино. Сегодня мы с вами идем в кино. Знаете, меня дома муж ждет и маленькая дочка, так что в кино я с вами не пойду. А вы об этом не пожалеете? Это угроза мне вызывать охрану? Боже упаси. Я никому никогда не угрожал. Вы меня неправильно поняли. Просто хотел сказать, что вы пожалеете, что не уделяете внимания такому мужчине, как я. Вы планируете вернуться? Планируем сейчас здесь кое-что поснимать. Вот есть такая идея, студия «3 грамм» называется, и Дар Налоев, Виталий Багаев и я. Но вот мы задумали сериал, не знаю, что из этого выйдет, а аппаратура есть. Какой ваш творческий девиз? Все возможно. В чем черпаете вдохновение? В музыке, в живописи, в хороших фильмах, в книгах. Совмещение профессии актера, режиссера, насколько это сложно?
Я не знаю, насколько это сложно. Не знаю, я не могу сказать. Почему? Потому что... Сложно или нет? Давайте скажем так. Актер – это очень зависимая профессия, да? Получается. То есть ты играешь то, что тебе предложат. А когда ты режиссер, да, ты себе плохого никогда не предложишь. Да? То есть, как бы в этой сложности есть своеобразная такая очень хорошая сторона. Скажите, Роман, как вы считаете, вы состоялись в профессии? Считаю, что да. Большое спасибо вам, Роман, за интересную беседу. Мы желаем вам, конечно же, здоровья и больших творческих успехов. Спасибо вам. Однажды я набрался храбрости и спросил 900-й, ей-богу, почему бы тебе хоть раз не спуститься и не посмотреть на мир своими глазами, а? Своими собственными глазами, почему бы тебе не посмотреть на мир, а? Почему ты остаешься на этой плавучей галере, в этой плавучей тюрьме, когда мог бы бродить на своем новом мосту, махать баржами и так далее? А? Да ты бы мог делать все, что захочешь. Ты играешь на пианино, как Бог, Богом клянусь. Они бы с ума сходили от твоей музыки. И они бы носили тебя на руках. Ты бы заработал кучу денег и выбрал бы себе самый красивый дом. Ты можешь построить его в виде корабля, кому какое дело. Да. Ты можешь поселиться где хочешь. Хочешь среди тигров, а? Почему бы и нет? Или на Бертов-стрит. Ну, Бог мой, ну, послушай, ты не можешь проплавать вот так всю жизнь туда-сюда, как кретин. Нет, ты не кретин, ты великий человек, но пойми, мир там, здесь только этот проклятый страх, эти несколько проклятых ступеней. Все равно когда-нибудь это случится. Вот смотри, ты спускаешься по этим ступенькам, в конце ступенек, все, весь мир у твоих ног, у этих ступенек. А, 900-й, ну почему бы тебе хоть раз не попробовать и не спуститься с этого корабля, а? 900-й, почему ты не спускаешься, а? Почему?